саженцы клематиса королева Едвига родом из Польши. Величественный, поистине королевский сорт, который отличается такими преимуществами. Большие шелковистые цветки снежно-белого окраса. Цветет на протяжении всего лета, с мая по сентябрь. Высота лиан достигает 2,5 метра. Благодаря крепким черешкам надежно цепляется за опоры. Крупномер королева Едвига подходит для выращивания в открытом грунте. Саженцы быстро растут и рано зацветают, если получают достаточно солнечного света. Декоративное растение можно выращивать и в контейнере, использовать для украшения балконов и террас. Клематис гибридной королевы Едвига – это лианы высотой 250-400 см. Цветет растение в месяц май, июнь, июль, август. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 15-16 см. Обрезать растение нужно на высоте 100 см. Клематис гибридной королевы Едвига создал Зацепан Маркзинский, Польша. Годом создания растения считается 2009. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.